Більше про успіхи новостворених громад будемо розповідати у наступних випусках новин, а зараз про інше. Тут навіть стіни мають вуха. Таємнича діяльність невідомих спостерігачів роками лякала співробітників Трубного інституту. Принаймні так розповідають у закладі. Коли нове керівництво знайшло кімнати невідомого призначення, співробітники припустили, саме це спорожніле приміщення використовували як пункт спостереження за персоналом. Так це чи... Буквально в пятницу на прошлой неделе мы случайно обнаружили на третьем этаже нашего института загадочные комнаты, закрытые двумя бронированными дверьми с одной стороны и с другой стороны, с установленными видеокамерами. На вопросы сотрудников, кто здесь находился, сотрудники не на камеру в приватной беседе говорят «смотрящие». Те люди, которые не были сотрудниками института, не имели к институту никакого отношения, но при этом приходили сюда каждый день на работу, что происходило за этими дверьми, мы не знаем. Там находится аппаратура для съема информации, для записи данных с видеокамер. Эти комнаты находятся непосредственно над кабинетами директора института и заместителя директора института. Таємницю загадкових кімнат досі не розкрили. Офіційних документів на це приміщення немає, а дата останньої оренди сплила кілька років тому. Отже, робити висновки щодо наявності прослуховування не можна до кінця розслідування СБУ. Утім, поточні турботи держпідприємства пов'язані не лише з питаннями безпеки. Трубний інститут намагається відновити власне виробництво. На цьому шляху важкі перешкоди. Так зараз виглядає експериментально-виробниче приміщення, де раніше функціонували прокатні стани та оброблювальне обладнання. Здесь сделалось, ну, сотні типу розмірів, якщо не тисячі типу розмірів различних сталей і сплавів труб различного назначення. Ну, кстати, в 60-х годах, даже раньше, в этом помещении были сделаны трубки для антенн первого искусственного спутника Земли. Здесь же на этом участке можно с уверенностью сказать, разрабатывались технологии труб, изготавливались образцы труб специального назначения. Это для космоса, атомной энергетики, авиации, медицины. Была эффективно разработана технология производства труб для стенов. Это ремонт кровеносных сосудов человека. Стены ставились, через какое-то время они рассасывались, и повторная операция, как было это раньше, необходимость в ней отсутствовала. У нас есть договоренность в ближайшее время о заключении договора о совместной деятельности между Государственным трубным институтом и Национальной металлургической академией. И мы совместными усилиями возродим этот производственный участок на основе оставшегося оборудования у нас, которое мы сумели еще спасти от сдачи в металлолом, потому что она уже была подготовлена к сдаче в металлолом, и на базе лаборатории обработки металлодавлением Национальной металлургической академии. Попри всі негаразди, підприємство стає на ноги і навіть запрошує до себе державних ревізорів. В соответствии с действующим законодательством при смене руководителя государственного предприятия должна пройти комплексная государственная ревизия. Нам устно объяснили, что необходимо попасть в план проверок. Мы просим вас, исходя из того, что институт имеет стратегическое значение для энергетической и оборонной независимости нашей страны, пойти нам навстречу, может быть, каким-то образом вписать наше предприятие в план проверок, и мы хотели бы видеть государственных ревизоров здесь. Трубный институт открыто запрошує не лише державні органи. Заклад відкритий до влаштування на роботу молодого персоналу зі студентських лав. Юлія Красовська, Володимир Позняк, новини 9 каналу.